Во-первых, могу сказать, что один из самых активных игроков сегодня матча, как в очередной раз. Хочу услышать оценку этого активного игрока прошедшей игры, чего не хватило, чтобы взять очки. Если честно, мое мнение, не хватило, наверное, как бы свежести, наверное, у всех по игре. В команде футболисты жаловались, что это чуть не свежо. Но это, я вам хочу сказать, это не оправдание, это как бы в пользу ветра. Вот. И получилось то, что они играли сильно от обороны, пытались расшатывать через фланги, через центр. Получается, они очень сидели в обороне, ждали контратаки. Что, к сожалению, произошло, что они нам гол забили как-то, мое мнение такое. Ну, с контратаки забили гол. Получалось, мы усиливали давление, они, ну, представляете, если все стоят, как говорится, там тяжело. Плюс, как бы, мы старались, но, скорее всего, наверное, мало старались. Плюс, ну, больше единоборств надо было выигрывать, получается. Так сказать, что по игре вроде играли неплохо, но не хватило, ну, такой, может, последнего паса, там, удара, так, как бы это. И плюс, конечно, не мне судить, судейство, но, конечно, было, честно, на мое мнение, вот всех игр сам безобразный, потому что, ну, что не борьба, что не какой-то контакт, любой, он все в пользу Брянска ставит. Получается, первый тайм еще как-то что-то получалось, второй тайм просто зашили, они все стояли там, вот, и толком не навал идет, борьба, опять все столкнуло, что, ну, получается, как-то, ну, уже второй тайм был такой, какой-то формальностью, просто для зашил игру, и они, и судья им помог в этом плане, мое такое мнение, вот, а так, обидно проигрывать. В этой встрече, Толь, рекордное количество желтых карточек в этом сезоне «Факел» заработал. То есть за все 6 предыдущих матчей столько не было, сколько сегодня за одну игру. Это признак того, что много борьбы, или все же это тоже связано как-то с судейством? Ну, мое мнение, много борьбы, естественно. Брянск, потому что я тоже не хочу про них ничего плохого сказать. Они вышли в первую очередь играть от ножа, выигрывать единоборство, бороться, а там вот как получится. Получается, они на каждом участке навязывали как бы борьбу. В связи с этим получалось больше стыков. И опять же, как бы, он и нам больше показал, но им тоже там вроде желтые были. Вот. Но в связи с этим, что судья как бы хотел успокоить игру и давай желтых карточек. Вот. Так что. Ну и что, это футбол, желтые карточки. Спасибо. Удачи в будущем.